1 сентября – это всегда очень волнующий момент как для первоклассников, так и для старшеклассников. Что же будет в тренде этой осенью для наших маленьких модников? Все внимание на главный подиум страны. Когда очень многие родители озабочены дискуссией по поводу того, нужна школьная форма или не нужна, во многих школах уже дресс-коды прописаны. И в рамках этих дресс-кодов начинают появляться идеи того, каким образом продемонстрировать единство детей внутри того или иного класса или той или иной школы. В данном случае стилисты показывают тренд, который поможет школам, желающим сделать некоторое отличие в своей школьной форме, запоминающимися, и показывают, каким образом тренд милитари вписывается в одежду форменную для представителей школы младшей. За этот контекст в данном случае отвечают чисто декоративные вещи. Пуговицы яркие, как правило, из блестящего желтого металла, латунные брошки у девочек и какие-то элементы оформления костюма у мальчиков. Например, у молодого человека в центре за милитаристскую тему отвечает практически генеральский лампас на брюках, ну и оттенок этих брюк, цвет хаки, а у мальчика справа на фактически уже взрослом комплекте костюмном, на костюме тройки, есть эмблема его любимой школы, и она очень напоминает герб. Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что спортивные элементы костюма, которые сейчас очень распространены, замечательно вписываются в тренд милитари в рамках школьных форм. Посмотрите, пожалуйста, на клетчатый пиджак молодого человека, который поддерживает блондинку в черном платье с белым отложным воротником. На его воротнике есть отделка из двух контрастных полосок тесьмы, и это скорее спортивный элемент костюма. Но тогда, когда пиджак поддержан латунными пуговицами, он немедленно переворачивается другой своей стороной и начинает выступать уже в жанре милитари. Подробнее о партикулярных костюмах и их трендах, которые вы можете использовать для того, чтобы собрать своего ребенка любого возраста в школу, читайте на сайте Евелины Хромченко. Спасибо большое, Евелина. Но на нашем сайте модные.тв вы можете разместить свои видео-вопросы и заглянуть за кулисы нашей программы.